Воспользуйтесь им, поиграйте шире. Это же вообще ваша коронка. Глейв! Как же хорош в этом моменте оформляет трипл килл! Делает это! Что? Но ответочка при этом. Два игрока красных, 36% Олафа и 1% у Керригана. Снайперская винтовка у Финандерса и Вовмейстер с М4-1С, Ваки и Гзипникс. Ну вот здесь-то как раз-таки надо поиграться. А прикинь, не возьмут такое. Ну это будет 2 в 5. И это будет тот момент, в котором Астралис заигрались. Экономически это не сильно ударит по Астралис, но вот по морали и, ну, в принципе, по счету тут надо уже дожимать фейзовые, обеспечивать себе максимально комфортный счет по итогам первой половины. Да, это правда. А за это можно поплатиться. Поджимает Гзипник Зиг. Находит фраг по Керригану. Ну и Олаф знает как минимум, где один. Предполагает, что второй, скорее всего, со стороны базы Б. И Олаф играет хитро, действует через центр карты. И находит фраг по Лаки. Он знает, где Гзипник. Это клатч для Олафмейстера против клатч-министра. Гзипник или же Олаф. Есть гранаты. Молик. Флешечка, флешечка. Ну что, играть за иксом по классике? Ну, слишком много дэмэджа надо вносить по Гзипниксу, и он это делает! Олафмейстер! Команда FaceClan берет нереальный раунд! Просто нереальный! Как же жестко здесь распетляли все это дело фейзы! Какие же молодцы! И этот раунд, это должна быть отправная точка для того, чтобы взять как можно больше в атаке.